ряд депутатов уже заявили о том, что пожертвуют свою зарплату на строительство. Вот вы эту инициативу готовы поддержать? Может, поддержали уже? Ну вот, реквизиты сегодня узнал, собираюсь перечислять. Хотя, конечно, это тяжело. Но что делать? Больница нужна. А насколько я понимаю, Саратову больницу обломили. Соответственно, другой вопрос. Как-то областной центр без инфекционки остался? Кто ее закрывал в свое время? Но сейчас нам надо как можно быстрее ее построить, потому что плохо дело. Просто плохо. Сколько инфекционки готовы получить? Месячную зарплату. Сейчас велел посчитать, сколько пришло за месяц. Вот все эти деньги и отправят. Да, готов поддержать. Я уже сделал первый взнос. Потом дальше будут еще какие-то взносы. Так что... Если секрет, сколько? Ну, пока никак не хочу эту сумму называть. Ну, то есть вы поддерживаете? Да. Поддерживаю и уже сделал взнос. Поддержим однозначно строительство, но мы против того, чтобы эти деньги разворовывали. Мы не доверяем этой власти, потому что они 900 коек в этом году сократили. Вот я отнесу данные, сколько сократили за предыдущие годы. И за весь этот период, сколько они сокращали, можно было несколько госпиталей оставить. Поэтому этой власти я не доверяю. Конечно, мы за то, чтобы госпиталь отстроить, но эта власть это не сможет сделать. Они половину разворуют. Финансово поддерживать не будете? Мы финансово поддерживаем инициативы КПРФ, которые мы тоже реализуем, в том числе в этом направлении. Да, это очень хорошее начинание. Но в этом году я поддерживаю проект по созданию депозитария в Хвалынском музее. И уже в начале года я туда перевел большую сумму, но обязательно приму участие, как только появится возможность. То есть перечислите деньги? Ну, я думаю, да. Да, мы поддерживаем всегда, вне зависимости от строительских объектов социальных. Стараемся помочь по возможности всем гражданам Саратовской области, кто к нам обращается, в виде материальной помощи, в виде каких-то там материальных средств, там, технических средств. Поэтому, в принципе, тут ничего нового нет. И, в принципе, такую возможность можно будет рассмотреть. Да. Хотели один коротенький вопрос. Ребят, во-первых, я должен помыть руки, раз. Во-вторых, у меня уже заседание, я опаздываю. Это два. В-третьих, все потом в перерывах. Николай, скажите, ну прям несколько слов. Я уже опаздываю. Вообще не будете говорить? Ты слов на ветер не бросаешь, ты тот не знаешь. Я знаю. Он же говорил.